С 1 июля во всех учебных заведениях началась приемная кампания. В профессионально-техническом училище города Флорешт уже подано 160 заявлений на 240 учебных мест. Самая востребованная профессия – это повар. Какой период обучения? У профессиональных групп, таких как машинист, экскаваторщик, повар и швеи, период обучения 3 года. В течение 1 года мы обучаем штукатурщика, плиточника, плотника, оператора компьютера, парикмахера, электрогазосварщика. Те, кто учится здесь, довольны качеством образования и условиями и рекомендуют абитуриента поступать именно в это училище. Какой профессии обучаешься? Повар. Живешь в общежитии? Да. Почему выбрал именно здесь учиться? Мне нравится, здесь интересно и учителя хорошие. Какую профессию выбрал? Автоэкскаваторщик. Почему именно эта профессия? Эта профессия мне нравится. А почему не выбрал училище в Кишневе или какой-нибудь другой колледж? Так как я здесь живу. Ты из города Флорешт? Да. На какую профессию подал документы? Повар. А почему эта профессия? Мне нравится. И почему? Много ребят из села здесь. Учащиеся обеспечены стипендией в 300 лей и общежитием для иногородних. Для многих семей не слишком дорогое обучение. Это большой плюс для домашнего бюджета. Почему выбрали именно это училище? Здесь он родился. Здесь, я думаю, он сможет, если даст Бог, получить образование, специальность, которая пригодится в жизни. Сумма, выделенная правительством на год обучения, составляет 5 миллионов лей. В новом учебном году будут организованы 3 профессиональных группы и 6 групп специальности. А пока абитуриенты подают заявление на поступление. Их результаты будут известны 15 августа.